Ураган Ида четвертой категории обрушился на штат Луизиана со стороны Мексиканского залива в воскресенье. Порывы ветра достигали 67 метров в секунду. Ливни и мощная прибойная волна затопили большую часть береговой линии Нового Орлеана. Во всем городе вечером было отключено электричество из-за обрыва всех 8 линий электропередачи города, сообщила компания Energy Louisiana. И по ее предупреждению, аварии настолько серьезные, что сразу восстановить подачу электричества не получится даже после того, как стихия утихнет. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям округа Джефферсон, одна опора электрического столба рухнула в реку Миссисипи. Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение в Луизиане, распорядившись оказать федеральную помощь для восстановления объектов в более чем двух десятках пострадавших районах. Ида сформировалась в Атлантическом океане. По данным метеорологов, ураганы такой мощности способны срывать крыши, рушить дома, вырывать с корнем деревья и валить столбы. Стихия также угрожает подъемом воды в реке Миссисипи на 3-4 метра. Ранее американские телекомпании отмечали, что Ида может усилиться до пятой категории. 16 лет назад подобный ураган Катрина в том же регионе унес жизни почти 2000 человек.